Трудолюбивые пчелки, так называет своих подопечных тренер. Пятилетние гимнастки знают, чтобы добиться результата, нужно очень стараться, не пропускать тренировки. Малыши занимаются 2 раза в неделю. В разы больше времени в зале проводит старшая группа. Не обращая внимания на синяки и мозоли, девочки твердо идут к своей цели – стать чемпионками. Воспитанницам Натальи Рындиной это удается. Девочки представляли Старый Оскол на соревнованиях разного уровня. Побеждали на турнирах в Воронеже, Липецке, Орле и Туле. Сейчас они готовятся к очередным выступлениям, оттачивая мастерство на новом гимнастическом ковре. Нам очень приятно заниматься на этом ковре и ложиться, потому что ложимся и лицом, и руками. Это, конечно, нам лучше, и площадка как бы для соревнований уже опробованная. Новое покрытие немного скользит, но это к лучшему, считает тренер. Ведь состязаться с соперницами они будут на точно таких же необкатанных коврах. Так что домашние тренировки проходят в условиях, близких к соревновательным. Приобрести гимнастический ковер и другой спортивный инвентарь школе помог грант, выделенный компанией «Металлоинвест» в рамках программы «Наши чемпионы». Грант этот пошел на спортивный инвентарь, на спортивное оборудование для легкой атлетики, для художественной гимнастики. 65 мячей от 1 до 4 килограммов, игровые мячи, баскетбольные, волейбольные, гири, гантели, копья для метаний, стартовые колодки. Часть денег в октябре потратили на ремонт здания. В частности, капитально отремонтировали санузлы, которые были в плачевном состоянии. Также приобрели компьютер и принтер. Сегодня в секциях легкой атлетики и художественной гимнастики Старооскольской школы №1 занимаются почти 400 детей, большинство из которых показывают высокие результаты на соревнованиях областного и всероссийского уровней. Они тренируются в спортивных шиповках, ездят на соревнования. И даже вот сейчас у нас, например, 27 января проходило первенство России среди девушек до 18 лет. И наша воспитанница Соколова Ольга заняла 3-е место, получила бронзу. И она уже прыгала в наших шиповках. Очень хорошо, что существуют такие гранты, в частности от «Металлоинвеста», которые поддерживают спорт, которые помогают развиваться нашим спортсменам, которые создают условия для нас. Спасибо «Металлоинвесту». Хорошие условия для занятий – немаловажная составляющая в достижении успеха. Понимая это, «Металлоинвест» продолжает развивать детский спорт в регионе присутствия. Значит, будут новые спортивные рекорды, новые имена, которые прославят Белгородчину и Россию.